Привет-привет, любимые дорогие зрители. В этом видеоролике с вами поговорим о тех новых налогах, которые нам с вами готовят. Тут, конечно же, понятно, все это исходит от нашей власти. Они хотят изыскать источники финансирования для продолжения войны. Соответственно, возник большой очень интересный вопрос. Конечно, он интересный не для меня и не для Вовчика, а для нашей власти. Он заключается в том, что, оказывается, у нас есть определенное количество, это практически миллион человек мужского пола, которые никак не задействованы. Ведь мы помним слова нашего президента: «Або ты працюешь, або ты воюешь. В другом случае ты не нужен». И, соответственно, определено вот это вот количество в районе миллиона. Это не те люди, которые предприниматели, не те, кто официально где-то работает. Это абсолютно, кстати, не те люди, которые выехали в тот же момент, и в вооруженных силах они не служат. И думают, как бы что придумать в духе вот этой вот страны волшебной, где лимон был, который говорил, что после того, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. И решили придумать налог на тунеядство. То есть, давайте будем, говорится, с тунеядцев собирать денежные средства. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Офис президента Ростислав Шурма, инициатор данной идеи просто замечательной, космического масштаба и такой же, я считаю, космической глупости. Он уже выдавал идеи по поводу того, что неплохо бы сделать у нас Украину первую страну, провести нормальный эксперимент у нас в Украине, отменить денежные средства, забрать их и сделать их электронными, чтобы государство напрямую видело, куда, как и на что вы будете тратить все денежные средства, чтобы много там продуктов питания не покупали, чтобы излишки не тратили на коммунальные, чтобы было все четко и красиво, по полочкам расписано. Откуда взял. То есть, опять же, офис президента и этот Шурма, чего-то писали шаурма у меня в комментариях, чего-то он решил, что он имеет право вводить у нас какие-то налоги, вводить какие-то оброки и что-то придумывать подобное для того, чтобы людей как-то побрить, постричь и обрить, естественно, на денежные средства. Я, конечно, считаю это неправильным. Естественно, пока закона нет, но инициатива, скажем так, появилась. Камень пробный, будем говорить, брошен. И смотрят сейчас на реакцию людей. Будет ли какая-то реакция по поводу данного вопроса. А так они уже какой-то и законопроектик через Гетманцева, я уверен, будут скоро, возможно, и просовывать. Почему бы и нет? Это, конечно, ситуация мне кое-что напоминает. Чаще всего годом появления в Уголовном кодексе РСФСР наказание за такое поведение называют 1961. Однако пресловутая 209-я статья лишь дополнила ряд более ранних указов, в которых предполагалось введение ответственности за асоциальный образ жизни. Первым же стал указ от 23 июля 1951 года Президиума Верховного Совета СССР о мерах борьбы с антиобщественными паразитическими элементами. Он предполагал направление таких элементов на спецпоселение в отдаленные районы Советского Союза сроком на 5 лет с обязательным привлечением их к трудовой деятельности. Под антисоциальными элементами понимались лица трудоспособного возраста, занимающиеся попрошайничеством и злостно уклоняющиеся от общественно полезного труда, а также бродяги, не имеющего определенных занятий и места жительства. Эта мера действовала для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет и женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Официально тунеядство исчезло из Уголовного кодекса вместе с распадом Советского Союза в декабре 1991 года. Также мой друг Юра скинул мне интереснейшее видео. Оно не особо набрало просмотров на Ютубе, но там речь идет об уничтожении как раз мелкого бизнеса, о том, чтобы уничтожить эту систему налогообложения упрощенную. Ведь есть 4 группы, в основном мы из них знаем 3, это те, кто с юрлицами, третья, с физлицами, это вторая, и первая, это какое-то, что там на базаре какие-то мелкие услуги, то есть это все существует. И есть достаточно интересное видео по этому вопросу. Кстати, хочу заметить, друзья, что видео достаточно длинное и объемное. Я в полном объеме не могу, понятно, здесь это все вставлять. В моем телеграм-канале в 9 утра сегодня оно вышло, ссылка тоже будет, как всегда, в описании, если кому-то интересна эта тема, потому что там эксперт действительно интересные вещи рассказывает. Переходите, ознакомьтесь, посмотрите, друзья, и будете, так сказать, понимать всю ситуацию. А сейчас я некоторые самые интересные моменты постараюсь для вас прокомментировать. Украина розробляє план, який допоможе їй отримати необхідні кошти
кошти та покрити бюджетний дефіцит у випадку, якщо фінансова допомога від Сполучених Штатів буде заблокована. Про це повідомляє агентство Bloomberg. І цей план включає три ключові елементи: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат. Я би, звісно, не підіймав налоги, я би все-таки сократив розходи на наш все этот роздутий апарат, на всякі ненужні, безполезні міністерства. От у нас є Міністерство спорту, Міністерство культури. Зачем вони нужны? Что они вообще делают? Ну, для чего они существуют? Я бы их просто взял, сократил и разогнал. Потому что это какой-то пережиток, честно сказать, Советского Союза, эти все министерства. За данным агентства, украинские чиновники мають запропонувати цей план МВФ під час триденного візиту його співробітників до Києва наступного тижня. Підвищення податків досягти того ефекту, який хоче уряд. Так, бо деколи ми розуміємо, що в нас в країні воно працює трошечки навпаки. І підвищення податків може перевести певну частину заробітків у сіру зону або взагалі в тінь. З політикою, яка буде полягати в такій, на жаль, негативній тенденції, як ми бачили з там заявами про здоювання корови чи общіпування гуся, так не піде. Та ну ладно, чого воно так не працює? Взяли чоловіка, общипали, подоїли. Як говорив Гетьманцев, щоб корова давала більше молока, треба її більше доїти і менше кормити. Що, якщо просто станом на сьогодні підняти податки, то теоретично в нас якийсь певний період часу буде зростання надходжень, тому що певна податкова база, тобто кількість підприємців, які працюють, вони будуть сплачувати цей більший податок. Але якщо їхні товари і послуги стануть неконкурентними, занадто дорогими, адже завжди податок і будь-який додатковий податок обкладається, і яким обкладається підприємці, лягає саме на кінцевого споживача. Якщо ця вартість послуги або товару стане занадто високою, тоді ці підприємці будуть а закриватися, б, як ви абсолютно вірно сказали, іти в тінь. То есть, уважаемый эксперт здесь говорит о том, что если поднять налоги, то сразу оно возрастет, а потом упадет. А мое мнение, что оно просто сразу возьмет и упадет. Никакого подъема не будет, потому что человек не может отдать столько денег, сколько у него нет. Это абсурд. Это только в больной чьей-то воспаленной такой уяве, будем так говорить. Кто-то может думать, что с человека можно взять больше, чем у него есть, и забрать больше. Оно так не работает, не бывает. Из воздуха нельзя что-то материализовать, придумать. Эту кашу из топора варить и все остальное. Мне вот это напоминает действия нашего правительства и наших всех этих хреновых экономистов, депутатов. Если мы стосуем такий подход, навіть якщо цього вимагає МВФ, навіть якщо є там бачення того, що податки мають зрости, то в будь-якому випадку ми станом на короткий період часу отримуємо збільшення податків, і після кількість податків буде падати, тому що буде зменшуватись податкова база. І тут не лише люди підуть в тінь, в цю сіру зону так звану, що по факту є півбіди, а люди просто перестануть займатися підприємницькою діяльністю. То есть ситуация такая, за очередную подачку от МВФ, я не думаю, что она будет очень большая, это же к тому же все кредит, это же не просто помощь воюющей стране, нас в очередной раз пытаются продать. До прикладу, всем знакома добрая система спрощеного оподаткування. Її хочуть суттєво зарегулювати, обмежити і вивести з площини єдиного податку дуже велику кількість підприємців. Тобто дещо хочуть об'єднати, не будемо даватися деталі, дещо хочуть просто забрати. До прикладу, третя група. А на спрощеній системі це група, на якій зазвичай знаходяться всі там IT-спеціалісти в Україні, та частково ті, що ще не є там в Дія Сіті, чи не переходять плавно на інші податкові режими, менше з тим. Тобто дуже багато підприємців знаходяться на цій групі. І якщо відповідно до цієї національної стратегії доходів третю групу виключити, зменшити і забрати можливість роботи з юридичними особами, ми одразу отримуємо певний свій виток. І таких пунктів там десятки. То есть вы видите, наконец-то свершилось то, о чем я говорил еще до войны, когда они вводили эти кассы для физических лиц предпринимателей. Решили по чуть-чуть уничтожить полностью эту упрощенную систему. Начать решили с третьей группы, потому что все эти айтишники, все там, кто с юрлицами работает, они, наверное, считают, что они очень богатые, они зажрались, будем так говорить честно, и почему бы это все не, так вот, не убрать, не брать с них там какие-то 20%, 40%, 50%, я не знаю, сколько там в их больной это воображение, они хотят собирать с людей в воюющей стране. А якщо в нас, а в цій національній стратегії доходів про це йдеться, про польську податкову систему, деякі там новели, я так розумію, з аналогією з румунською, а якщо в нас буде така ж податкова система, як в Польщі, з такими самими податками, то що заважає людині в Польщі зареєструвати особу, вести там діяльність і їздити? Ми ж бачимо, що дуже багато українців, ті, що рахуються біженцями, вони вже насправді дуже часто переміщаються до України і назад. То есть здесь уважаемый эксперт абсолютно правильно замечает мое мнение, что вся эта система в Польше
Почему не взять с Польшей? Почему оно у нас не работает? Потому что в Польше ситуация одна, там войны нет, там мир, все нормально, все красиво, чисто и благородно. У нас происходит ужас и кошмар, при этом сделать такие же налоги. Так люди и так многие уже туда уехали, и остальные уедут. Зачем им здесь это делать, в этой непонятной каламутной воде, пытаться что-то там создавать, какой-то бизнес или продолжать, если можно уехать в Польшу, на понятные простые правила, решать свои вопросы и нормально себя по-человечески жить. Вообще, мое мнение по поводу этого поднятия налогов, там, ликвидации ФОПов, третьей группы, я думаю, вторую и первую, тоже они постараются закрыть. Зачем они нужны, эти люди, чтобы они этим занимались своим бизнесом? Ведь просто же прийти, все изгадить и поломать. То, что годами работало нормально, люди знали, были привыкшие, и все у людей, в принципе, будем говорить так честно, получалось. А тут ситуация получается очень уж, говорится, мягко говоря, неприятная, что людям придется выбирать. Либо они уезжают, либо полностью уходят в тень, либо что-то там, может, еще какой-то вариант будут пытаться приспосабливаться. Хотя третьим я сомневаюсь. Но я считаю, что если они так сделают, то это даже может будет и хорошо. Люди будут на местах, по месту решать свои вопросы. Потому что уже я никогда никого не призывал к коррупции, но платить теоретическому какому-то участковому, либо полицейскому будет проще и выгоднее, чем с этими вот негодяями иметь дела и оплачивать им налоги. Почему? Потому что тут два плюса. Первое, ты платишь этому полицейскому, более-менее он тебя там предупреждает, охраняет, будем так говорить. Ну, конечно, насколько это возможно. И второй вариант, что если что-то у вас происходит с налоговой, у вас будут большие проблемы. А здесь нет никаких рисков. Ни рисков, связанных с открытием бизнеса, с закрытием, с какими-то проверками, шмонами и еще чем-то прочим. Просто это все решаться будет на местном уровне, на уровне какого-то райотдела полиции, каких-то участковых, там, замначальников и прочих лиц. Люди будут работать, люди будут торговать, брать деньги наличные, может, на какие-то карточки, какими-то переводами. А вот эти все, которые хотят людей подоить, пощипать, ни хрена не получат. Вот это будет, если полностью ликвидировать эту всю систему единого налога. И мы, друзья, видим, разговоры об этом уже идут. Просто это все не так, как-то показывается. Опять все тышком-нишком, опять без нас, чтобы взять и людей в очередной раз нахлобучить. Налоговые данные украинцев будут храниться на территории Польши. Кабинет министров Украины принял решение о заключении договора между Государственной налоговой службой и польским правительством о временном размещении на территории Польши информационных ресурсов налоговой. Соответствующее решение принято 19 января 2024 года в протоколе Кабинета министров. По словам Гетманцева, речь идет о хранении на территории Польши только копий налоговых данных украинцев, а не полной передачи баз налоговой на территорию Польши. Он добавил, что соответствующее решение принято из соображений безопасности. Вот так вот все наши данные просто по какому-то решению Кабинета министров, без даже закона, без какого-то голосования, оп, и передали, как говорится, в Польшу. В Польше, наверное, они нужнее. Особенно в связи с этими всеми последними событиями, нашими с ними такими вот замечательными, крепкими, дружескими отношениями и всеми этими блокировками границы. Кстати, по поводу Польши, я записывал отдельное видео по поводу ситуации с налогами и всем остальным. Там сравнивали это все с Украиной. С Сергеем Пехом мы это сделали. Если, друзья, вы хотите, чтобы это видео я как-то отдельно, вне, скажем так, времени в 10 часов вечером где-то опубликовал у себя на канале, то напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Там будет детальный разбор и детальное сравнение, потому что Сергей там уже достаточно давно живет и занимается бизнесом. Аналізуючи ринок ресторанів, ми були насправді шоковані низьким рівнем сплати податків найвідомішими ресторанними брендами у порівнянні з лідерами ринку. Є мегапопулярні ресторани Києва та інших великих міст, які взагалі відсутні або майже відсутні як платники. Все на ФОПах. Може, під час війни вже прийшов час припинити давати брати по два чеки на рахунок, одночасно рапортуючи про допомогу армії. Як ви вважаєте, чи треба зробити загальновідомі бренди несумлінні платники? Не тільки ресторани, ще більше відомі. Пишіть в коментарях. То есть, видите, вот все сходится, пазли сходятся. Вот видите, Гетманцев, это его пост я зачитывал, говорит о том, что рестораны, ФОПы, это несовместимо, надо, и там, кстати, у них вторая группа обычно идет, не третья, тоже и вторую прижимать, уничтожать, чтобы придумать какой-то такой способ, чтобы с людей побольше выдаивать денег. А если кто-то будет мало платить, мы вас покажем ваши списки, я это все, он говорит, покажу, и у вас будут проблемы. Вот такое вот рэкет от государства, от наших депутатов, то, что мы, к сожалению, друзья, с вами получаем от этой нашей недолугой власти. Давай, так, иди, 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 иди
Здравствуйте, куди ви спішите? Знову на російській. Вкотре я визиваю таксі і говорять російською мовою. Як ви можете працювати в сфері обслуговування людей, якщо ви говорите на російській? Що, сумасшедший, чи що? Для чого сіли ко мені машину? Я викликав таксі. Я маю право потребувати ваших виговорів. Ладно, стоп, хорошо. Давно у вас патріотизм такой от перерос в ебучий фанатизм. Що це, блядь, за бред? Ви сіли ко мені машину, ви що-то починаєте пред'являти? Що це за дебілізм, блядь? Я викликав таксі. Какое нахуй таксі, блядь? Я стою жену жду, блядь. Я не таксист, я не таксую. Ти що-то попутав, блядь, или що? Давай ти вийдеш з машини, блядь, я зробив, що я тебе не видел. Проверяй, блядь, какое нахуй такси, блядь, ты что, вообще ебанутый? До побачення.